Рамбо! О, какие-то черные человечки. Привет, друзья! Мы вам сейчас расскажем первый видеоурок джипера. Так, да, пешком по трассе или нет, что? Нет, остановитесь, покажите, как общение происходит между штурманом и пилотом. Я пилот. Вот я это пилот, штурман, да. Это штурман. Как они общаются? Так. Как показать, смотрите, как показать штурману, что ты очкуешь ехать? Как? А как показать пилоту, что как показать штурм пилоту, чтобы не очковал? Интересное решение. Первые выстраиваются. Сейчас будет красиво. Тут строятся участники в несколько рядов. И трасса вот сужения. Сейчас посмотрим. Тут такая яма. Сейчас кто-то залетит в нее. Строятся. Вот организатор вышел. Пошла жара. Первые квадры УТВ-шки. А теперь внедорожники. Вот это зрелище. Нива. Очень азартная. Начали. Будем двигаться по трассе. Сейчас будет. Все станут в колонну. Не очень много в этом классе. Ну как, и немало. Машин 15 примерно. Но мы более точно позже узнаем. Только что мы на Виллисе ехали по этой трассе. Но Нива уже лидирует. Второй УАЗ. Тут Нива не спеша. Вон и Гранд Чероки. А это, по-видимому, коридор для более серьезного класса, вот по которому сейчас я иду. Сейчас будем смотреть. Да, тут посерьезнее трасса, я вам скажу. Спуски. Шикарная местность. Тут еще надо в такой гонке полуторачасовой на количество кругов. Спокойно более себя вести, тогда есть шансы финишировать. Все полтора часа пройти, я имею в виду дистанции. Да, квадрокоптер бы здесь было бы интересно посмотреть, как идут эту борьбу. Ну вот, для тяжелого класса мы сразу пройдем, и будет понятно. Вот тут будет жестко. Уже видно. Могут быть проблемы у участников в этом месте. Лебедица. В принципе, деревья есть по бокам. Будет интересно здесь посмотреть. Вот и точка была здесь вчера. И вот даже вода проступает. Кто-то тут уже боролся. Так, первый круг УТВ-шечка нарезала. Она создана для такого формата. Далеко ли отстала Нива? Какие там изменения, интересно. Это трасса ТР-2, по которой сейчас я иду. Тут так, местами узко, деревья. В общем, нужно осторожно здесь. Сейчас увидим участников. Вот он, лидер, как я понимаю. Шикарная Нива машина.
кто не сталкивался с автоспортом и с тюнингом, и даже квадро ее догнать не могут все. Вы можете себе представить уровень подготовки и скорости. Фронтера. Короткая. Неплохо дубасят. А вот и бешеные таксисты. Тут пока очень круто. Чероки в таком формате показывает обычно хороший результат благодаря общей надежности. Будем смотреть сейчас. Тут все быстро меняется. Вот только несколько машин, два круга проехала, уже вырисовывается траектория. Так, это самый молодой пилот и штурман. Уже неплохо идут. Осторожно, осторожно. Колян сегодня другую тактику взял на надежность. Ну, тут хороший обзор. Шестьдесят девятый. Тут максимальная видимость. Лучший обзор, Чероки у вас обошел, Гранд Чероки. Нива, МТВшка уже круговых начинает делать. Тут видна часть трассы. Прямик старт-финиш. Круто идут. Сейчас где-то уже должен быть лидер здесь. Да, нет воды, все высохло. Это полностью было два озера вот за спиной, по которому мы шли. И перед нами, которая. Смотрим за лидером. Тера по-прежнему вторая. Они его поджимают, Чирокес, так они парой идут. И лидер пролетел. Да, даже квадры, я же говорю, не все догоняют. Вот вам и Нива. А вот лидер в абсолюте.
немножко от Нивы. Бережет машину. Ну, в принципе, правильно. Еще только начало. Так, остановиться, сказать номер и старт пошел. 4,7 это сила. Зрелищный кусок, старт-финиш. Прямик ровный. Можно максимальную скорость показать. Бешеный таксист пока держится. Чероки стабильно за ним. Красавцы, дети. Хорошо, что мы проехали по трассе. Тут все понятно. Шикарные кадры. Выход с карьера. Тут борьба такая наметилась. Идеальное место для фото. Всем участникам сейчас сделаю. В Фейсбуке можно будет зайти, посмотреть, скопировать. Смотрите, как Витара валит. Хорошо. Да, Фронтера идет на втором месте по-прежнему. Тут надо сказать номер, остановиться, чтобы отметил маршал. Лидеры как валят. Шикарно мотор работает просто. Звуки есть. Тут ничего не меняется. Юра не форсирует, ждет, пока Чероки, пока Нива. Опа, Валер. А Колян догоняет их. Начал добавлять постепенно. Огромный объем работы организаторы проделали. Так. Шестьдесят девятый попал в засаду, но выехал. На прямике старт-финиш. Лучше всего обгонять. А вот и Грант. Колян, давай! Вот это наваливает. Сейчас на прямике он... Затор сделал. А Опель не может догонять как бы Вову. Ну да. Чероки пошел догонять. Гранд Чероки. Да, пошел. Да, добавляет. Я его просил, говорю, ты не издевайся сразу над машиной, блин. Поедь спокойно. Чтоб доехал. Ну конечно. Ну Вова как с другого класса стартанул нам. Вова стартанул. Ну на повышенной же, понял. Он взял старт и. И все, и ушел. Да, да. Да? Да? Вот это, смотри, как это. Ну то он их на круг уже лупанул. Смотри, видишь? Какая разница. Где Вова, как с другого класса. И он. И то, да, Вова оторвался.
Второе место Opel, да, отрыв бешеный уже. Скоро на круг догонит. Газик мешает. Ну там. А, уже обошел он, видишь, сделал и Ниву, и Чироки, Грант сделал их, да, да, обоих. Да. На прямике видно здесь старт-финиш, наверное. Потому что Нива, то ребята молодые на пятницу, они шли раньше. Они третьими шли? Да, да. Уже сделал. Коля вышел на третье место. Ну, Фронтера далековато. Фронтера далековато. Ну, времени немного еще, да. Ну, знаешь, что поразило? Что Нива квадро вставляет. И квадры не могут ее догнать. Только Мэверик лидирует. В абсолюте. В этом заезде. Он создан, да, я уже говорил. Ну, тут была яма, это фильм. Я же говорю, я вовремя четко включил камеру. Ты кричишь пропусти, я думаю, что там происходит. Нажимаю, и он попадает в яму. Нормально было. Пилоту 12, да. Витара. Красавцы. А нет, смотри Фронтеру, как догнал он быстро. Где-то что-то он там, видно, замешкался. Потому что был разрыв большой. 59-го погнали. Колян, да. Сейчас он будет пытаться достать первое место. Второе, со вторым уже понятно, что он сейчас догонит. На прямике старт-финиш, там хороший кусок длинный. Тут неплохой обзор, всех видно. А эта парочка так и держится, видишь? Ну, Юра не форсирует, он ждет просто. Просто ждет. Нет, ждет, пока Нива сломается. Ждет, пока сломается Нива, понял? Но они сломают. Так, Вова, чуть сбросил. Чуть спокойней. Да. Ну, может, что-то у Фронтеры случилось, потому что ее не видно. Грант проехал. Фронтеры не было, да? Или мы не увидели? Да не, винтрати шел на Гранте. Так, ребята, аккуратно идут. 69-й все равно поражает машина. Так, парочкой идет. Нива близко к стоку. А вот кусок трассы я вчера показывал. Это кусок трассы для более серьезного класса. И Вова идет хорошо. Вот такая выкопана тут яма. И даже вода есть. Нужно было делать шире, на мой взгляд, чтобы две машины с запасом помещались. Они как бы теоретически могут поместиться, но могут мешать друг другу. Но мы это скоро все увидим. Полностью высохло все. То есть здесь просто было озеро раньше, чтобы вы понимали. А сейчас полностью сухо. Одни камыши напоминают. Ну и весной было болото. Когда-то было озеро. Тут все режут правее. Есть альтернативный кусочек. Тут приехала серьезная машина. Кто выходит? Ё-моё, Игорёчек! Ёлки-палки, а где ж ты исчез? Я тебя искал всю ночь. Как живой. Да не, надо было мне отдохнуть. Отдохнуть? Я не выдержал, не спал же. Машина на месте, не украла, я охранял все. Так, круговой уже не... Вова обошел такси.
Чероки так и держатся. Все в лафетах вокруг. Очень много участников. Если общее количество взять, то и по классам хватает. Фронтера сбросила что-то, проблемы какие-то с машиной. Так, ну, грандец. Вот так вставляет. Тут на самом деле там не так просто. Вроде обогнал, но не обогнал. 69-й нашелся, переживал. Главный пилот этой машины. Ну, на месте. Просто скинули обороты. Может, останавливали, что-то делали. Вот абсолютный лидер. Так, лидер сбросил, или просто на этом прямике. Тут достаточно неровно. Да, у лидера проблемы. Обгоняют его. Обгоняет его Чероки. Аккуратно ребята идут. Им еще надо в Киев вернуться. Витара. Кроссовер, но короткий, на серьезных шинах, на сильверах, кто не знает. Фронтера держится, но Чероки показывает результат. Вот это борьба. Тут уклон не очень приятный для пилотов, но все привыкли уже, видно. Да, эту трассу после хорошего дождя, это было бы совсем другой оффроуд. Так, а Чероки вышел на третье место, я думаю, по моим наблюдениям. Ну, скорее всего, так. Вот и лидер. Думаю, проблемы какие-то с трансмиссией, скорее всего. Не может быстро ехать. Его потихоньку догоняют, обгоняют. Жаль, ну тут ничего нельзя сделать. А вот ЛуАЗ мечты. Вне трассы. Видит, что я его снимаю, машет. Очень красивый. Преимущество у ТВ-хи бешеное.
спокойно ребята идут и правильно делают. Так, а вот он претендент на победу, один из претендентов. Фронтера держится, ну сбросили тоже. Слышите, как все грохочет? Не просто ребятам. На самом деле, для техники такая гонка на выживание. Квадры, да, те готовы. Тут совсем другая история. Это Саня, наверное, узнал его по походке. Ну и Витара. Видите, квадро, какой запас по скорости. Летом вот эта машина выиграла. Она оказалась крепче всех и доехала до финиша. Чероки хорошо идет. Шустро очень. Да, с трансмиссией серьезные проблемы. Это уже четко слышно. Вот это валят. Тоже машина близкая к стоку. Шины. Не знаю, лифт есть там 2 дюйма, а может и нету даже. Лишних нету. УАЗом с таким весом сложно здесь. Уже по звуку знаю, какая машина. Сейчас увидите. Говорю, давайте, пока не увидели вместе. Это такси на Дубровку. Бешеная Нива. Держится, поражает просто. 69-й тоже надежный аппарат. Под музыку идут, поэтому скорость выше, чем у других. Так, это уже, наверное, экс-лидер. Хотя зачет будет по 3 дням. Ну, 2 полным. Так что я думаю, шансы на общую победу есть. Час 01:37 секунд. Вот общее время, все хорошо видно. 28 минут осталось до финиша. Что там, Нива потеряла лидерство уже? 15? Да. Не, нормально все. Первый пока, да? Ну, как первый. Запас был? Со всеми этими? Нет, запаса уже не было. Нет уже. Был. Так, а вот... Вот бешеный Гранд Чероки с очень серьезным... 15 номер! Такси держится.
69-й звуки издает тут на неровностях. Серьезный коллектив из-за поворота показался. Проходят старт-финиш. Смотрите, что такое Гранд Чероки. Это самолет вообще. Представляете? Просто ракета. УАЗ еще. Нет, УАЗ остановился. Так, фронтерка со звуками, но крепкая все равно. Самый скоростной участок, старт-финиш. Не сдаются. Эти не сдадутся. А вот и лидер по скорости. Смотрите, как дубасит. Скорость просто бешеная. Главное успеть оттормозиться в этой пыли. Выиграть, елки-палки. Чего нет. Ты не приехал? Стесняюсь. О, какие-то черные привет. Человечики. Привет, друзья. Мы вам сейчас привет. Расскажем. Первый видеоурок джипера. Так, да, пешком по трассе или нет, что? Остановитесь, покажите, как общение происходит между штурманом и пилотом? Я пилот. Вот я это пилот, штурман, да. Это штурман. Как они общаются? Как показать, смотрите, как показать штурману, что ты очкуешь ехать? Как? А как показать пилоту, что... Не очкуй. Как показать пилоту, чтобы не очковал? Интересное решение. Какой-то он маршрут странный выбрал, да? Фар выключился. А то поворотки расставили, а здесь должен быть. Где там включается, включается. Витара, силовой бампер, все, силовой. Да. Колян валит жестко. Да, он тут там, я обгонял, это там. Все у вас, а он тут там, я обгонял, я думал, что у меня сладит. И там сидит, я обгонял. А у Бога, да. Так, ну тройка лидеров ясна. Я думаю, второй идет XJ Чероки, вот на которой сейчас в кадре. За ним Фронтера, ну а лидирует Гранд. Хотя, возможно, я ошибаюсь. Красиво. Ты фоточек наделал? Да, да. Ты видел? Чероки на механике. Ресту. Наверное, твои пути. О, едет. Чтобы его не пули. Это жесть вообще. Не успел я. Бай. Чероки. Бешеные таксисты держатся. УАЗ набирает обороты. Так, тройка лидеров. А нет, это не игра.
на подходе. Ну вот он, лидер. Просто какие-то бешеные скорости показывает. Это жесть вообще. Такая борьба. Вова продолжает. С дикими звуками, но идет. Также пара идет по-прежнему, как они шли вместе, так и идут. Два самых молодых за Нивой. О, включили ребята пятую передачу, наверное. А нет, там четырехступка. Красивый прямик. Да, Витара держится тоже очень уверенно. Неплохой покажет результат, я думаю, общий. Ну вот и борьба. Ну тут Колян сбросил, мешают впереди. Ну, ребята уже ближе к финишу. Начали добавлять, если даже остановятся, не критично. Я думаю, где-то заключительные круги уже сейчас пойдут. Так, две Нивы, борьба. Бешеное такси. Выдержали нервы у ребят. Посмотрите, что творят уже. Скоро гранду конкуренцию составят. УАЗ тоже добавил. Чероки, XJ, короткий. Против Витары. Ой, не Витары. Фронтеры. Все, друзья, финиш. Полтора часа истекли. Участники остановились. Ну вот такой. Такая гоночка была. Динамичная. Очень разные автомобили. В общем, подписывайтесь, делитесь, смотрите. Сейчас будет более тяжелый класс, следующее видео. Там будет пожестче, я думаю. Лидеры финишируют. Вон и Фронтера Гранд. Чероки перед ней приехал. Может. Шикарно наваливает. А кто ты слушай, ты мне скажи, про Луки Монсу. Ну конечно. И Гран Чероки с Колей, да. Коля Сливка. Слышишь это? Слышу, слышу. Сколько на прямике скорость? Вот я тут не дивился. 100-110 было. 100-110 где-то. Ну, красиво, было. Красиво. Сало ему нормально. Сейчас пойдем, да.